Всем привет! Не буду представляться, вы меня и так отлично все знаете. Я вот решил записать вот такое эксклюзивное видео, можно сказать, впервые, где хочу ответить на ваши вопросы. Потому что нельзя уже зайти в социальную сеть и увидеть тонну однообразных сообщений, где вы мне пишете. Почему Фредди не помог НФО? Почему Фредди не помог НСДА? Почему Фредди Мачете не вмешался? Да все просто. Фредди Мачете не связан ни с одним промоушеном. Фредди, звезда мирового уровня. Мне нету дела до ваших мелких между собойчиков. Поэтому Фредди Мачете делает все, что захочет. Захотел, приехал в Питер, побил питерца. Захотел, приехал в Москву, побил москвича. Фредди Мачете делает все в свое удовольствие. Но хочу предупредить руководство НФР и НСДАП. Если вы мне будете как-то переходить дорогу, пытаться вставить палки в колеса, вам не поздоровится.